Баны нахуй. Блять, ну вообще, убивать их нахуй. Блять, ну вот именно, блять. Блять, пиздец, у них логики, конечно, тут нихуя не это. Я нас. Ой-ой-ой, и полбашки оторвало. Так, давайте робота повторим. Ну, блин, я же не робот. Блин, надо сделать тебя роботом. Я синий хелмет. Кто ты? Я синий хелмет. Просто меня подзадолбали уже роботы. Ну, это, конечно, принцип хороший, но немножко уставший уже. Так, Давай, ну давай синего хелмета сделаем. Ну, просто любого другого железного газа. Разнообразие роботов. Робот-бобот. Синий хелмет. Ну он похож на робота чем-то. По звукам кто-то с регулятом балуется. Так, кто твой? А я А я выключил звук и прекрасно себя чувствую. Потому что без звука, конечно. А нахер звук нужен в 2015 году? Нахер какой звук нужен? Воу! Если тут еще можно слушать, чё? Выстрелы какие-нибудь. Скажи, что они ещё разные. Воу! Поговорить. С закрытыми глазами можешь играть, но смотреть теперь, да? Блин, что ты хрень, как вообще к этому? Можно лучше сделать. Ну, бля, вот ублюдок, сука. Знаешь, что я нашел? Нашел 80 гаусса. Тут какой-то тем. Это. Какой-то ублюдок. Короче, капа. Капа. Вот он. Он тоже темник. Капа. 228. На этом ХП надо выжить. Может ДБС спать? Все что, нормально? У тебя бы новая карта, можно не повеселиться. Много. А как здесь делать? Хо-хо, блин. А как это голосование там? Что нам нажать? Ну, РТВ. Да. Надо, чтобы 5 минут прошло. Не знаю, сколько уже прошло. Через 2 минуты. Да, ну год. На ублюдочной карте померили. Проблема. У меня какой-то ублюдок убил. Ты просто стреляй. Это еще тем более что-то Ну как, у него немного цвет другой. Не можешь снизить на ранеток. У него цвет зеленый. Вот ублюдок, а? Косая карта, если честно, ну ладно, окей. Спидом покажу. Но я карту покарал. Поздравьте меня. Ублюдок косая. Там... А, мы лапти пытались убить. А, лапти, точно. Помню золотые времена с лапти. Это когда пацаны не пейте, только басы. Это когда мы только начали. Когда Джон рассказывал, точнее пояснил, что такое Half-Life 1. Какой диздан? Я. Я. It's me. Что топ-8
боевые стратегии, это с автоматом. Вот и где-то. Пардон. Я забылся. Это страшно, всем не будет. Крем, кстати, сейчас играет на бейсе, возможно, какой-то бот, на самом деле. Ну что там хуярит? У него 0 смертей. Есть меньше, что надо будет. Нет. Я не буду перебивать. Сука. Давайте кто быстрее крема раскидывает. Давай. Дефолиду. Надо дефолиду из крема. Охуенная история, блядь. А вот 100 очков не сидит, на хуй сейчас выкипнется. Он ублюдок, ебаный. Сука, ну что за, блядь, перекрестный огонь, нахуй? Кто так вообще, блядь, воюет, нахуй? Бля, я чувствую, как будто бы это аэропорт. Спасибо. Блять, а я что-то охуел. А я, короче, это еще пидор поставил распятие, а место респауна, блядь. Я респаунился на распятие. Это, блядь, вообще законно, нахуй? Откуда это вообще было? Я, блядь, вообще нахуй. Пиздец, блядь. Пидор. Реально пидор? У нас... Чем-то 228, какой-то сизер. У нас как-то смущается наши люди. Да ладно. Все в порядке. Будьте аккуратнее. Блин, у крема-то 20-0, я только сейчас заметил. Где он? Ты по ней больше. Где он? Я тебе... Хуй знает, он везде... Он сидит на этом еще. Он везде и нигде. На одну ключу можно забраться по лестнице. На вторую ключу можно перекинуть с помощью джампера. То есть джампер лежит на ключе. Интересная история, блять. Джампер лежит на крыше, который нужно попасть. Ну это, блядь, сегодня можно построить. Поздравить, блядь. Офигеть, блядь, нахуя? Ой, блин, ну, нахуя? Все, с одной крыши дофига патронов для гаусса. Почему-то у меня гаусс уже есть. Нахуя автомат без подствольника вообще нужен? Вы мне можете пояснить? Я что-то не понимаю в этой игре. Это же бесполезное оружие. Автомат бесполезный, ты чё? Не, автомат бесполезный. Сейчас меня убьют, и я напишу РТВ. Не говорю, ну, автомат... Это норм карт, на самом деле. Главное забираться наверх, где-то фига патронов. Под гаусс. Давай же чисто месяц разольемся и будем жечь. Тут еще и аптечки лежат, ну чё? На которой крыше вот это стоит, да? А как туда попасть? Я вот сверху стреляю с этой крыши сейчас. Совсем. А как туда попасть? С гаусса. Не, на крышу попасть как? Я еще раз крену сделал. Вот я же с гаусом туда забрался. А где гаусс? А, запрыгнул в смысле? Да. Где гаусс? Гаусс лежит в кинотеатре. В кинотеатре еще есть? Да. Там еще фильмы небось показывают. Что, будете подпевать сейчас? Подпевать что? Денег меру пустой. А я слов не знаю. Я думаю, что она вмерла. Лос, какой там пузырь был? Ты выбери. А, я все понял как. Боже, это отчаяние. Какое отчаяние, ничего себе. Перемога не стоит. Из подствольника уже меня начали стрелять. А почему здесь по-русски нельзя писать? Извиняюсь.
Не, серьезно, ты здесь тебе ник поставил, нормально. Давайте РТВ как нормально сделаем. Это же лес. Ну как, меня хуярят. Всем все платится, что ли? Меня какие-то фигилы хуярят внизу, это ебаный ад, и я не хочу так жить. Я не хочу быть просто пешкой в своей игре. Хочу хуярить. Тут какой-то, блядь... А когда это имя сменится? Понял. Надо реконнект, наверное, взять? А, да, буду. Кем тоже будет? Блять, не смей, нет. А там change name бьет? А, тут же не надо. Блять, я просто принимаешь и все, наверное. Логично, постройка. Я сделал. А что, не так, не говорю, да? Видимо, надо переконнект, если... если... У меня обдулили количество фрагов просто и все. Имя не поменяли. А что ты там у ХК стоял? Я? В углу, да. Я пытался сильно разбираться. Да, у меня тоже не поменяли. Значит, давайте РТВ, как мужики. Я уже... Это крак. Я уже был РТВ. 4 моб плеерс нужно, блядь, пиздец. Подожди. Еще 3 нужно, это пиздец, нахуй. Остальные давайте все, блядь. Ты что, в голос сказал? Да. А я не слышу. У тебя же стул купишь. Блядь, интересная история. Давай это, блядь, Донецкий аэропорт, блядь. Кто не скачет, тот не скачет. Кто скачет, тот кто. А я не помню, как написано. А как тут сказать, на какую букву? По стандарту. На В? На У. Или на К, или У, или как. Да? Там, короче, фишка в том, что зайди сначала в опции и там поставь эту функцию, потому что автоматически она выключена. По какой-то причине не для меня. Где достать Даус? Скажи. Даус лежит в аэропорту. Моторала, я не хочу. Черт, меня убили. Я с вами его нафигаю, где убил? Зачем тебя моторала убил? Моторола, где моторола? Как ты фанатка? Нужно еще 2, чтобы сменить карту. Попробуйте еще поиску. Короче, видишь здание такого цвета песка, не знаю. Там можно зайти в комнатку, и там есть... Там аэропорт... О, блин, нет, не аэропорт. Если там Моторола, то я не хочу туда идти. Там, короче, Гаус лежит. Там теле... Там комп еще есть, да? Там куда-то светится на стену сейчас какие-то самолеты. Так это точно аэропорт, если я самолеты есть? Самолеты светятся, я вижу такой комп какой-то, гадали странно, я отвечу. Я не обвинил вам с тобой. Надо сказать, надо в опции. Где voice? Enable voice. Да. Где маус? Keyboard. Черт, я только получил. Гаус у меня замочили. Твои лога. Занят в этом стал, в общем. На втором этаже Гаусс 4 штуки лежат. Не мог сказать, что бассейн.
Блин. Да, я респаунюсь и не могу увидеть. Меня убивает, короче. Я не понял, где тут сказать. Да, вот скажи, ты говорил, что в бассейн... Так это Донецк, какой тут бассейн? В аэропорте бежит Даллас, да? Да. Так какого хера этим аэропортом оказался в бассейн? Что за параллельный мир, где вселенной ты живешь? Манинерок. Я вот так и знал, что нужно искать именно там. Что не приехало. Не, сильно кто не искать, тут москаль. А давай не скакать. Давай, сейчас. Я скачу. Я сейчас запилю на постепенно. Сука, пока не было, если на это не нужно было тратить лишний поезд. Да блин! Господа, попало. What the fuck? Да и кто заминировал мои гауссы? Да, они что-то вообще не троллятся. Может, они просто правоверные? Ну вот это нормально же. Да блин, откуда камни? Классика вообще офигенно. А меня это за что? Это всё равно 7 минут осталось. Ещё один, и всё меняется карта. 7 минут и не выдержит, ладно. Ну я просто забираться в нужную точку. Так где этот аэропорт? Короче, смотри, ты бегаешь, прыгаешь в фонтан. Прыгаешь в фонтан, берешь лазерку. С лазерки прыгаешь на дом, вот тебе и аэропорт. Блять, я умираю нахер, я не могу дойти до туда. Там Моторола. Это Моторола же стоит. Так я же кибер. Потерь нет, все в порядке. Задолбали, появляется один человек просто в одну минуту. Что потери можно получить? У меня потери. Нервно. Ты видел видяшку из Крыма? Просто где куча людей идет просто солдатам зеленым. И че? А, и там стоит просто. На блокпосте когда было? Я не как он. Че, у меня один хп, и меня. Да ебать, я тут уже народа покрошил. Ну вот, видимо, потеря. Там чел забрался наверх. Перемога. Это же нет. Это же нет. Нет, уже что? Чё? Блин, у меня реакция прекрасная, не нужна. Главное, что она есть. Я сейчас покажу, что за меня уважать, очень серьезно. Положа? Уважать стол. Уважать. Зрады. Ну, наверху чувака брать, привязать, прям не чай. Вот, зрады. Встрети наверх, ну, чувака. Бля, он меня гаусил потерять, я не знаю, что с этим делать. Надо как-то мне сейчас. Так мы не можем, нас слишком мало. Это все москальди проклятые. Бандера приди, порядок не везде. Серьезно, надо его убивать, либо он будет всех долгое время так. А меня-то за что? Да так. Какие фильмицы годные можно посмотреть? Фильмицы? Кого? Фильмицы, да. Как разве есть годные фильмицы? Бывают. Я чё-то... По-моему, это на уровне слухов.
информация не проверена. А хули там по меня стреляет? А я вот... А я не понял, Джон тратит, короче, всех направо налево. Я думал, что ты меня стреляешь. Ну, ты меня начал стрелять, а потом я тебе не испугался. Не застал, как мужик начал стрелять. Бля, почему не спички не работают? Бля, какие они надо вместе. Это можно не сделать фонтан? Сделай фонтан. Можно под фонтаном. Под фонтаном можно унижать. Ты не умерла. Бля, может гимн Украины себе на будильник поставить, а как считаете? Ну да лучше, фаган. Ну, блин. На шик, короче. На самом деле меня огорчает. Меня огорчает, то, что хороших нашидов это всего 3 штуки. А их уже задолбало, слушай. Да. Всего 3 штуки говорите, еще даже не выучили. Ну блять, надо. Надо... Какую? Ну не киллбокс точно. А? Давайте. Что? Может четвертый пробовать? Та-т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 а-
русском? Ну он так же скребал. А потом что-то думаю, дай-ка на русском послушаю. Это вообще пиздец. Ты знаешь, похож на какой-то, блядь. Я даже не знаю, но... Ну полный зашквар, короче. Какие-то, блядь, черные глаза, нахуй. Что ж такое, короче, пиздец полный. Белый снег с белым цветом. А белый снег все идет. Короче, сегодня было это. Сегодня туман такой херовый образовался. Ну, ну, кстати, тоже какой-то. Мне кажется, или это та же самая карта? Так она еще не сменилась. Это Биксит называется. Я подумал. Да-да-да-да-да. Это я уж испугался. Бля, я сейчас чайку себе поставлю, а то что-то как-то... Сны, пацаны, у меня гениальная... ...стопочная идея. Сыва. Ну, сыва это очень долгая идея. Ну, вот я говорю, стопочная идея, честно, мы будем неделю на ней. Сколько играешь? Неделю. Ну, честно, допустим, по вечерам периодически собираться и играть в сыва. Ну ладно, окей.